Надеюсь, что они тоже найдут отклик в ваших сердцах. Диагноз мой шиза и паранойя. Учусь язык кошачий понимать, и волком на луну ночами вою. По городу хожу я на ушах, прохожие шугаются в сторонку. Ты главное мне думать не мешай, тогда я тебя не трону. Но я сошел с ума, а вам-то что? Мне может просто скучно быть нормальным. Не надо так глазеть с открытым ртом, как будто сумасшедших не видали. Скажите, доктора, лечить меня хотят в своем дурдоме. Я что и хоть бы пальцем тронул раз, я просто, может, мыслю по-другому. А в общем, мне плевать на всех, на вас. В моих мирах на жизнь другие взгляды. С ума сойти не просто, ведь его хотя бы надо. Но я сошел с ума, а вам-то что? Мне может просто скучно быть нормальным. Не надо так глазеть с открытым ртом, как будто сумасшедших не видали. Но я сошел с ума, а вам-то что? Не может просто скучно быть нормальным. Не надо так глазеть с открытым ртом, как будто сумасшедших не видали. Спасибо.